Товарищи дальневосточники, сторонники Фонда Рабочей Академии и Рабочей Партии России, выпускники и учащиеся Красного Университета. На Дальнем Востоке нас очень много, но мы разобщены. Не надо ждать, когда в вашем городе откроется ячейка Рабочей Партии России. Создавайте их самостоятельно. Присоединяйтесь к сообществу ВКонтакте, следите за новостями в нашем регионе, помогайте с распространением информации, оставляйте свои контакты. Единомышленники обязательно с вами свяжутся. Выписывайте газеты и распространяйте их на предприятиях своего города. Заказывайте научную литературу, грызите гранит науки. Записывайтесь в марксистские кружки, не бойтесь работать с людьми из других партий. У нас много возможностей, мы можем помочь вам в распространении литературы, в создании видеороликов, в написании статей, в трудовых спорах и забастовках. Хватит сидеть в одиночестве, пора объединяться!